сидит. А, вон я сижу. Ну что, есть контакт? Есть, неплохой, есть, да. Неплохой, да. Неплохой. Нашли место более-менее нормально. Здесь уже вот побывала нога человека. Будем здесь располагаться. Сейчас соберем здесь мусор немножко. Так, разгружаемся потихонечку. Сейчас нам до темноты нам перебрать закидушки. Они переполнены, просто найти место, куда будем ставить, и дрова с собой взяли. В лес без дров вообще никак нельзя, я так понял. Здесь за дров немерено. Куда мы ездим, там просто с дровами всегда напряг. Собираем. Как собираем? Алексей Ильич собирает закидушки. Все готово, только крючки, я так крючки подвязать. В процессе просто снимаю. Мошка, блин. Ну, есть, есть. Снимаю. Сейчас, Алексей Ильич, помогу. Да не надо, я тут один. Да? Вот так вот будет. Угу. Норм. Бульк. Намечаем колышки. И будем закидушки ставить. Ставим 10 штук у нас. 11. Одна полупокер. 10 штук поставим. Сейчас вот здесь надо ставить. А потом на этом еще. Потому что там вообще мель, короче, идет. Мне кажется, вот здесь надо поставить. Что-то вообще мелко. Идем ставить наш дом. Он на таком красивом месте. Зимняя палатка. Осень, октябрь. С учетом того, что середина октября. Да, да, да. Решили поставить зимнюю палатку. Думали, что холодно. Снег должен идти. А у нас здесь вот такой вот. Тут мошка еще. Да, мошка просто долбит конкретно. Куда ты потянул, бля? А? Куда ты потянул? Сибиряк. Оп! И все. Наш дом просто 5 сек, и он готов. Располагаемся. Ставим место под печку. Спальники, кстати, вот эти. Не то, что реклама. Вот у обоих. Берлога 2 называется. Вообще просто до минус 21. Экстрим. Супер. Тепло. Устанавливаем нашу печь. Наращиваем, наращиваем. Это сегодня тепло, ночью-то минус будет. Обламываться нам при каких обстоятельствах. Равняем. Ну все, по большому счету пойдет. Дом у нас готов. Поставили буквально 5-10 минут. Все готово. Ночью должно тепло быть. Да. Маленькая вытяжка здесь сделать, и приток был. Ну вот от нашего дома. Вот здесь вот лагерь. Место стоянки.
не воняло. Потом. Вот купили дожигатель газа. Сейчас обжигаем ее. Когда зимой в палатке много газа просто уходит впустую, а так вот эти стенки и тепло делают, и получается рационально использование баллона в палатке в зимнее время вообще просто на 100%. Октябрь месяц, 6 часов вечера, идем ставить закидушки на Налима. Начинается установка закидушек. Вьюн скользкий. Алексей Ильич сейчас между жавер просунет крючок. Алексей Ильич видел бы что-нибудь. Я ему подам вот такой поролончик, чтобы он никуда не смог убежать. Ну вот. Сейчас Алексей будет на закате таком. Запускать. Нет, Алексей Ильич сам взял свои руки. Опа-на. Есть контакт. Первая пошла. Перематываем леску. Самое главное не наступить на нее. А то полетит точно не туда. Ух, так пошли. Раз. Ну, сейчас мы посадили, закидываем. Опа-на. И одеваем на наш кол. Ну вот, разожгли костерик. Сейчас немного поужинаем и пойдем проверять наши закидушки. Так, проверяем закидушки. Утренний улов. Сидит? А, вон я сижу. Ну что, есть контакт? Есть, есть, неплохой, да. Неплохой. Алексей Ильич, давай. Вот он, Никодим. Никодим. Ну что? Килограмма два, да, есть? Ну, два штуки уже есть. Проверяем в 7 утра. Вот два штуки. Три закидушки проверили. Два штуки есть. О, Алексей Ильич говорит, еще один есть. Вон он. Мелкий. Мелкий, правда. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Небольшой. Ну вот еще один небольшой. Заглотил бы до самой, правда. Не хочу. Ну вот, уже три штуки есть. Костерик быстренько сейчас вот разжигаем. Алексей Ильич замерз. Ну что, пришли вот. В палатке у нас здесь тепло, уютно. Вот так вот. Сейчас будем жарить с Алексеем картошку. Вот у нас небольшой кусок карбоната. Наливаем масло в нашу сковороду. Тинкуем картошку произвольно. Вот так вот. Берем ухват и переворачиваем картошечку. А вообще обстановка вот такая вот у нас в нашем лагере. Он, Алексей Ильич, собирает щепотницу. Чуть выше стоит
чай запарить. Наша палатка, где мы ночевали. И готовим вот здесь вот картошку жарим. Алексей Ильич хочет чаю запарить. Хрень придумал какую-то. И сейчас мучится. Купил и вот испытывает. А у меня уже завтрак готов. Время сколько там, Алексей Ильич? 3:10. 9:30. Позавтракали. Сейчас Алексей Ильич будет запаривать чай. С травками. Алексей Ильич, с травками. Да, запах обалдеть. Ну там не только, там еще и такой. Какие-то фрукты еще там. Вот. Ем-то. Еще маленький. Давай еще. Красивый чаек у нас будет. Ну все, устанавливаем. Второй день рыбалки, устанавливаем живца сейчас. Он наша это семидырка уже. Семидырка. Мошка ест октябрь, середина октября. Опа! Вот так вот. Разогреваем картошку. Да уже мясо, мясо, наверное. Мясо, легкое мясо. Сейчас будем ужинать. Закидушки поставили, костерик вот так вот горит. Алексей Ильич что-то пошел там в палатку. О, все, теперь есть свет. Теперь можно нормально жить. Наливай чаю. Вот так вот наш вечер проходит. Пошли проверять с Алексеем. Говорит, контакт. Сразу он стянул. Есть. Смотрим. Небольшой. Налим Никодим. Ага, вот он. Один есть. Идем дальше проверять. Тащим, тащим. По-моему, что-то есть. Ага. Ага. Вот он. Вот он. У тебя там что? Нету? Ну вот тут с утра с Алексеем вышли, вот два небольших поймали. Все. Сейчас собираемся, едем домой. Сматываем наши закидушки. Выпустили вьюна оставшегося. Отдохнули замечательно. Пора ехать домой. Вот он хочет уйти. А не тут-то было. Ага. Сейчас позавтракаем быстро. Время сколько? 10:08. Все, собираем наш лагерь. Сворачиваемся, едем домой. Место вот такое вот было замечательное. Сейчас тушим костерик.
удалось рыбалки. Поймали 5 налимчиков. Один зачетный. Килограмма на 2. 4 таких. Средненькие. Все, сейчас вот уже подъезжаем к Канску. Всем пока. Боеприпасы. Алексей закидушки перебрал. Сейчас укладываем сумку. А до этого можно вот и вот этого. Лимонад домашний. Лимонада домашнего еще в Макаре. Ну нахер, где на это не снимай.